Вот нас еще такси подъехало, и сейчас мы выезжаем в аквапарк. Здрасте, куда едем? Аквапарк. А как эти машины у нас? Тук-тук? Ну, рикша тут. Все? 12. У вас продукты питания есть в сумке? Напиток. Напиток у нас только с водой можно, с минеральной, но прозрачной водой. Можете, пожалуйста, выложить в холодильник, чтобы нам при выходе отправить? Думаю, да. Так, друзья, сейчас заходим мы в раздевалку. София, показывай, где раздевалка, не туалет. Вы готов? Да. София, а где Богдан? На выходе. Все готово? Да. Пойдем сюда. Какие мы? Давай сюда. Ну, расскажи что-нибудь. Круто! Вода тепла. Так, сейчас мы с Олей с этой горки спустимся, покажем вам. В 19-м, по-моему, году были здесь, спускались с гора. И сейчас спустимся. Горка. Сейчас будем спускаться с этой горки. Оля, стрёмно? Не? Ну, все, для вас. Да. Это круто. Давненько так не спускал. Окей. Ну конечно. Сейчас, ребята, будет дубль 2. Оля, готова? А ну скажи на камеру. Готова. Да. Застрянула. Расскажи впечатление. Страшно будет спускаться? Не? Не боюсь. Ну, посмотрим сейчас. Кстати, в этой горке мы будем спускаться. Там темно, так что ничего не видно будет. Внизу расскажемся. Оля, расскажи впечатление. Прикольно. Можно на такой горке спускаться? Нужно. Если честно, меня аж чуть-чуть укачало. Там вообще ничего не видно, только... Все, ладненько, будем идти сейчас на следующую. На унитаз сейчас спустим. Или как он называется? На унитазе. Короче, с вот это. Посмотрим.
нельзя. Сейчас буду спускаться на зеленый горку. Страшно? Да. Давай, не бойся. Ну, первые 3 секунды страшно, а потом нормально. Ложись. Ложись полностью на спину. Давай. Ого. Выход хороший был. Заказали пиццу в аквапарке, так что сейчас готовят пиццу. Оля, Оля, да. Пиццу заказала? Да. Так, сейчас будем пиццу кушать. Пицца стоит 150 гривен. Друзья, все, вышли мы с аквапарка. Аквапарк нормальный, так что, Оля, тебе понравилось аквапарк? Да, София, понравилось аквапарк? Угу, так все. Классно? Да. Мало, да? Да. Все, всем пока. Сюда.